Тернер. Кажется, оно догоняет нас. Сон. В нем я вижу прекрасный маленький город. Город, который назван моим именем. Он похож на то место, в котором мы жили с родителями, прежде чем переехали в Нью-Йорк. Его отличает лишь то, что там живут очень добрые люди. Но однажды в этот город пришло зло. Оно пришло вместе с моим сном, и я стала заложницей этого зла. Больше я не могла проснуться, и мне оставалось лишь прятаться, чтобы монстры меня не растерзали. Все, кто когда-то жил в этом городе, превратились в ужасных тварей, которые хотели меня убить. Не знаю почему, но лишь один человек не стал монстром и смог меня спасти. Если бы не он, я бы так и осталась запертой в своем сне или была бы уже давно мертва. Спасибо вам, мистер Тернер. Мне часто снится сон. В нем я вижу прекрасный маленький город. Город, который назван моим именем. В Элизабеттаун теперь живут добрые люди.